Друзья, всем привет, с вами Владимир Шемит, и в этом видео я сделаю небольшой анонс на обзор отеля Amara Prestige. Почему анонс на обзор? Объясняю. Значит, в мае мы посетили буквально 50 гостиниц Анталийского побережья, и, соответственно, в некоторые мы просто смотрели, а в некоторых еще и жили. Так вот, в Amara Prestige мы проживали пару дней, и, соответственно, материала я отснял по данной гостинице больше, чем по другим. Поэтому тут получается, если собрать весь этот материал по Amara Prestige, то получится такой вот паровоз из видео порядка там на 1,5-2 часа. В общем, это все будет смотреть и неудобно, и, наверное, как бы не у каждого есть сколько время, чтобы это все посмотреть. Поэтому я сделаю отдельно, абсолютно по каждому элементу отеля, отдельное видео, но в одном плейлисте. То есть, надо вам посмотреть. Вы смотрите отдельный участок, можно сказать, видео. То есть будет отдельное видео на территорию, отдельное видео на номер, отдельное видео на пляж отеля Amara Prestige, отдельное видео на питание, то есть даже на ужин отдельное видео и на завтрак отдельное видео. Также будет отдельное видео на некоторые нюансы по отелю Amara Prestige. Особенно это касается номерного фонда. В общем, все будет в одном плейлисте, но только в отдельных видео. И вы смотрите то, что вам нужно, и не надо вам искаться, копаться в длинном видео, чтобы найти ту или иную информацию, которая вам нужна. Соответственно, у вас это все будет так удобнее смотреть. В общем, на этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. До новых встреч, друзья. Пока-пока.